Всем привет, ребята! Ну что, настало время разыграть нам второй скинчик в марафоне скинов, да? Вот, и прежде чем я это сделаю, немножечко информации. Хочу напомнить, что сейчас на канале у меня проходит воскресный розыгрыш, который состоится в это воскресенье 17 января. Все условия можно прочитать в описании под видосом. Вот. И также проходит марафон скинов. То есть сегодня мы разыгрываем вот этот вот скин, да. То есть что нужно было сделать, чтобы стать участником марафона скинов? Подписаться на канал, открыть свой профиль и написать конкретный комментарий. Конкретный комментарий, то есть это вот такой вот. От топота копыт пыль по полю летит. Все. Там, ну, Г это уже произвольно, вся фигня. Ну, главное написано там, да. Главное это все написано. Вот, я, как и обещал, все комментарии были скрытые. Ну, вот я это сделал специально, да, потому что, как вы видите, что комментариев сегодня и участников меньше, чем в прошлый раз. То есть это было сделано для того, чтобы участие принимали те люди, которые, ну, действительно смотрят видосы, а не те, которые просто залетают на хапок там, да. И так вот, видос мы этот копируем в надежде что-то получить, потому что, ну, должно же все честно быть, да, то есть должно же как-то труд вознаграждаться. Вот, копируем этот видос, 13 комментариев видим есть, там еще какие-то рандомные, там, да, все, фиг, старт, выбираем. Сейчас мы выберем победителя. Так, все, мы победителя выбрали, да, то есть 6 участников получается, 13 комментариев, 6 участников, ну, кто-то, видать, не выполнил условия просто, да, ну, может быть. Давай смотрим, кто ты тут. Смешные нарезки. Чувак, слушай, да ты прям у меня этот. От топа до копыт. Это есть. Есть и есть. Ну, все есть. Все есть, ты красавчик. Конкурс я закрываю. То есть, в общем, ты знаешь, что надо делать, да? То есть, вот здесь под свой комментарий пишешь трейд-ссылку. А, она, по-моему, там еще у меня сохраненная. Там, да? В общем, да. В общем, да. Ну, там, какую-нибудь радость свою вырази в комментариях. Вот. А в завтрашнем розыгрыше марафона скинов у нас будет разыгрываться вот этот вот стат-трек МАК-10 плотоядный. Еще раз напоминаю, чтобы стать участником марафона скинов, нужно быть подписчиком канала, иметь открытый профиль, вот, и написать конкретный комментарий. А что за комментарий нужно будет написать, узнают те, кто досмотрит это видео до конца. Отлично, а я залетаю снова на изидроп. Вчера мне с изидропа удалось выбить Галиль. Галиль за 4 сотки, представляете? Вот. В общем, как по традиции, закинул 250 с промокодом там на сегодня на 35%, там где-то нашел. Очень печально, что мне в этот раз никто из подписчиков там ничего не скинул. Да, ребят, очень важный момент. То есть я в первую очередь юзаю промокоды подписчиков. Если ты не подписан на канал, ну и даже у тебя будет промокод больше, ну, сорян. То есть я таким образом благодарю просто своих подписчиков, а не тех, кто просто хочет бабок. Я, то есть, не могу? Почему? Что такое? Что такое? Что за безобразие? Что за безобразие? Открыт 0 раз. А во сколько я вчера записывал видос? А, я вчера видос-то поздно записывал. Да, ёпарасота. Ну, вот оно что. Вот оно на бую намотано. Да иди ты нахер. Дай мне выйти сюда. Все. Тогда мы будем делать следующее. Кого бы мне сегодня помучить? Что бы мне сегодня из вас помучить? Какого? Бомжа мы мучили, да? Бомжа мы мучили. Случайно армейская. Давай мы помучаем камуфляж. Я вижу тут говнище, блядь. Мне даже страшно его открывать. Мы сейчас, короче, мучаем камуфляж. Мучаем камуфляж. На все, что есть, мучаем. Получаем все, что можно. Только тут серого получить. Странно. Я к такому не был готов. К такому повороту событий я вообще не был готов. То есть, может, ты мне сейчас еще и ножик выдашь? Или вот эту штуку фиолетовую? Нет, еще за 105. Не, ну... Я серьезно, я не готов к такому повороту событий. Ё-моё, блин. Еще, что ли, смешанный камуфляж? Да ну нахуй. Что происходит, пацаны? Я в ахуе маленько. Да, я в ахуе. В ахуе. А что происходит-то? Нихера себе. А, вот, первое там, первое говнище выпало. За 2 рубля. Нормально, давай мы еще тогда. Нормально, с трех.
с трех открытий он меня окупил там, да? Вообще красиво. Слежка. А что до сержанта-то не дотянул? За 9 рублей, да? А, слежка за 9 рублей. Ладно, давай мы тебе пока скажем спасибо. А, и попробуем... Что попробуем-то? Чтоб тут такого еще нам попробовать-то? Кейсы ютуберов. Ход. Кейс Фрост. Сражение. А есть кейс вот такой, да, это мой. Ну-ка, слушай, давай я свой попробую открыть пару раз. Давай попробую. Это тот, который... Да, вот давай его попробуем, посмотрим. Два разка откроем. 66 раз открыт. Что-то кто-то еще, что ли, его юзал? Ну, кто бы сомневался, да, что ты мне колонию дашь. Зарубас. Ну, вот так вот. Вот так вот свои кейсы и дают. Вот так вот и дают свои кейсы. Ну, все. То есть не дают. Не дают. Ох, у меня на два этих остается шерповника. Шерповника, клоповника. Давай открываем. Ну, точно. Шерпа. Шерпа. Ну, тут на один остается, да. Хм. Не, ну так-то, в принципе, он нормально дал. То есть окупил тоже меня, да. Окупил, это ж хорошо. А если окупил, это ж хорошо. Ё-моё, еще хочу. Ну, то есть он так дает, чтобы это, чтобы покупаться. Чтобы я покрутил маленечко, да, чтобы... Ну, все, вот эта фигня. Это фигня. Так, а что у нас? Что вообще тут есть? Доступные для продажи. То есть у нас есть три скина, доступные для продажи. Сколько это на все? На 323 рубля. Ну, в принципе, нормально. То есть это все можно забрать, потому что мне нужно что-то разыгрывать. Мне нужны скины на воскресные розыгрыши. Вот это можно, соответственно, все забрать. Что, собственно говоря, я и делаю. Блять, зря я это сделал, да. О, что-то тут не хочет давать. Камуфляж он не хочет давать. Ладно, короче, ребят, внимание. Комментарий, который нужно будет написать. Иван Болван молоко болтал. Да не выболтал. Этот комментарий вам нужно будет написать под видосы. Он опять будет скрыт. Я их опубликую только непосредственно перед розыгрышем, да. Вот. Те, кто будет смотреть видос, они узнают, что это непосредственно за комментарий. За комментарий. Так, а что? То есть ты не хочешь мне, да? То есть ты мне не хочешь. А, все, запросился. Отлично, появился на маркете. Отлично, все три скина я запросил. Ну, в принципе, нормально. Такой денек. Там маленечко что-то окупился. Что-то там как-то, да. То есть не сказать, что там прям вау-вау-вау. Ну, все-таки, все-таки что-то. Все-таки что-то. На этом, ребята, все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии и участвуйте в розыгрыше, который у меня проходит. Всем пока. До новых встреч.